Тюльпан Макарска относится к группе густобахромчатых. Высота растения до 45 см. Цветок бакаловидный, крупный. Окраска цветка розовато-красная, высота бокала цветка 7-9 см. Бахрома густая, длинная. Период цветения – апрель-май. Тюльпан бахромчатый Макарска – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан бахромчатый Макарска можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан бахромчатый Макарска в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан бахромчатый Макарска – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.